креативно, креативно. Вот нравится мне, когда ломается мышление, матрица, мыслительный процесс. Конечно, очень трудно понять населению. Я думаю, что 99% населения точно не понимает, что происходит. Могут понять только, которые сами умеют так креативно поступать в своей жизни. Креативно создавать некоторые вопросы и решать их. Вот в таком случае. А в таком случае, друзья, обращайтесь, если кому нужно креативненько уехать из своей страны. Обращайтесь, я помогу вам, я расскажу, как совершить этот, скажем, прыжок квантовый из вашей страны в другую страну. Только не думайте, что я работаю бесплатно, друзья. Надо понимать, что любой труд обязан быть оплачен, а иначе какой смысл мне помогать тем, кто сам не позаботился о себе в своей жизни. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Сегодня у нас 31 августа 2023 года.